В городе начался второй этап спартакиады трудящихся, соревнований по волейболу среди мужских команд. Открыли игры коллективы управления физкультуры и волейболисты «Азия Дриллинг». Игра завершилась со счетом 2-0 по партиям в пользу спортсменов «Азия Дриллинг». Сборная «Борец» Муравленко в этот же день также обошла волейболистов ОМВД со счетом 2-0. Второй день игр стал наиболее удачным для сборной управления образования. Она обыграла на 2 очка соперников из управления физкультуры и спорта, а «Ноябрьск Нефтегаз» дважды выиграл у команд ОМВД и ПРЭО МН. Команды очень хорошо подготовлены. Некоторые прям удивили своим возможностями, силами. Выделить могу «Борец» – хорошая команда, управление образования и «Азия Дриллинг». Добавлю, что всего на площадке спорткомплекса «Ямал» первенство оспаривают 7 волейбольных сборных. Имена победителей назовут в конце недели.